моих руках пламя, над головой мои знамя. Иду бок о бок с вами, я долгими годами, лишь добрыми делами и правильными стихами. Живу ночами и днями, чтобы залезть вам в память. Его не удавалось ранить и на место поставить. Доктор Стрэндж вызвать зависть мог любого заставить, не дав собой управить. Изобрел ряд правил, его курс был плавен, спокоен и равен. Нейрохирург от бога, не просто спас он много, почти любого больного он ставил на ноги снова, работав без выходного. Ребенка или пожилого не видел пути иного, как вернуть в лики святого. И не удастся такого найти второго, другого. Нет врача запасного уровня мирового и для своих чужого с характером дурного. Сделал из Стрэнджа талант робота жестяного. Он ставил себя выше всех, ведь всегда был успех. Потерял друзей, коллег, самовлюбленный смех и лишь один огрех. И он стал как все аварии, машина выжил, но руки уже не те. Отправился он на Тибет, чтобы найти ответ. Не может быть, это бред, я лучше, что видел свет. Ему твердят, выхода нет, ты как хирург отпет. Но он идет, взяв вслед, несмотря на запрет. Он оказался прав, вновь проявив свой нрав. Из кап лечения трав нашел волшебный устав. И там, где тысяча прав, он опровергнет их став. На путь мистических сил, можешь назвать его маг. Главный актер на ура, влился в роль как всегда. Просто отлично сыграл и вложил много труда. Эффекты лично для меня за все мои года. Одни из лучших, что я вообще повидал. Новый герой, в доску свой не проходи стороной. Сюжет крутой, не сырой, виден серьезный настрой. Марвел не стой, дальше в бой, только по прямой. Ваш фильм очередной и максимальный бал мой. Описать невозможно, но выбор точно не сложный. В списке дел неотложных этот фильм роскошный. Никто не скажет ничтожный или что Стрэндж безнадежный. Это рэп-кинообзор, я одобряю, можно.